сколько лет живу, а самоваром управляться так толком и не научился. Дворяне белоручки, в чем-то красные и правы. С четвертой попытки получилось. Сейчас чаевничать будем. Ты где? Где он? Здесь я, красавица, здесь. Не ты, Степан. Неужто любишь его? Тебе-то что? Да так, весело. Ты его любишь, прибежала за ним. Он мне подарок сделал, лишь бы я только тебя не трогал. Облегчаете вы мне жизнь. Отпусти его. С чего вдруг? Отпусти его, отпусти графа, они не виноваты. Так уж и не виноваты. Степан меня предал. Граф твой повесить меня хотел. Простить их, стало быть, поступить по-христиански. Только я ведь за красных вроде как. Да какой ты красный? Грабишь, тебе золото нужно. Тем более, если я просто бандит. Какие надо мной законы? Не отпустишь? Рот твой прокляну. А ты же ведь знаешь, что такое смертное проклятие ведьмы? Ну куда? Куда? Вы кого боитесь больше, ее или меня? Она же не вас проклинает, не ваш род. А за себя я не боюсь. Ты неси давай сюда. Что там он? Сам знаешь что. Кстати, как ты меня нашла? Сердце привело. Степке, что ли, сердце привело? Нашла в кого влюбиться. Ты на это погляди. А? И это еще не все. У меня в соседнем уезде столько же припрятано. А знаешь, что это такое? Это будущее, красавица. Знаю, что это. Кровь чужая. А мне будущее на чужой крови не нужно. Слова, слова, слова. Волк волка ест. Другого закона нет. Кто сильнее, тот и прав. Ну зачем тебе, Степан? Зачем тебе, граф? Мертвецы они уже. А тебе жить и жить. Принесешь мне второй нож, я с тобою поделюсь этим. Где Степан? Да жив твой Степан, жив. Пока что. В лесочке он. Отпусти их. А я тебе помогу с ножом. А с тобою мне что делать? Мне все равно. Вот так. Жертвуешь собой. Ради кого? Ради чего? Ради любви. Так ты что их? Обоих любишь? Одного я любила, другой меня любит. Хитро у тебя как-то все в голове устроено. Боюсь мне не понять. А ты не старайся. Тебе же нож второй нужен. Не они. Что скажешь? Я подумаю. А пока... Не сфотографировать ли мне тебя на память? Фотограф, иди,
настраивай свой аппарат. А то мало ли, как жизнь дальше сложится. Помоги мне ее найти. Господи, помоги. Не за себя прошу. Помоги, Господи. Самовар разводить неумело пришлось научиться. Может быть, теперь и любить научусь. Красавица, улыбнись. Все живы. Это уже повод, чтобы улыбаться. Кстати, бойцы, вас это тоже касается. Ну-ка, улыбочки. У меня еще пластина есть. Может, и вы, атаман... Для истории тоже. А? Так ты ж говорил, у тебя последняя оставалась. У меня для атамана всегда найдется. Так, а ну цыц! Оба! Виноват. Конечно, виноват. Хотел бы карточку, приказал бы давно. Давай, готовь свою пластинку. Сейчас еще одну фотографию делать будем. Ну что, друг мой, не желаешь ли свадебную фотографию получить? Ты и она вдвоем, так сказать. Что, нет? Чего? Я тебе по доброте душевной, а ты? Ну, не желаешь, значит, не желаешь. Вы, наверное, графа своего ждете. Семья из троих. Да-да, знаю. В Санкт-Петербурге такие вещи случаются. Граф у нас человек взглядов весьма передовых. Слушайте, друзья мои, а не наведаться ли нам графу в гости? Обрадуется нам граф, как думаете? Да мне, в принципе, плевать, как вы думаете. Так, ну-ка, живо, все собираемся. Идем к графу в гости. Этих двоих с собой. Атаман, а фото? Потом. Давай, вперед, смотри. Давай. Да что такое? Ну вот. А вы не в усадьбе? Как видишь. Теплый еще. Ну? Нет никого, атаман. Да здесь он, здесь. Рядышком где-то. Я же говорил, не снимать.
Ба, граф. Я вот подумал, если ты на людей морок наводишь, то на отпечаток не доведешь. На фотографии ты настоящий будешь, да? Сипатый. А ты этой машинкой пользоваться умеешь, да? Умею, как видишь. Интересовался в свое время. Ишь ты какой, образованный. А что еще можешь? Стреляй неплохо. Да ну. Ой, не попал. И снова не судьба. А знаешь почему? Знакомая картинка, да? Граф, и опять у меня козырь в рукаве. Зазноба твоя у меня. Она не моя зазноба. Ой, не ври, граф, не ври. Из-за нее ведь остался, правильно? Хоть и знал, что у тебя кишка тонка со мной тягаться. Я не из-за нее вернулся. Да ладно. Только не надо мне про месть рассказывать. Жены твоей не вернуть. А ведьмочка красивая, вон она, под боком. Правда, Степан все время рядом вертится. Ну так это ничего. Степана и убрать можно. Хочешь, я помогу. Долг за жену верну. Молчи, мразь. Да что ты, граф, как паровоз паром дышишь. Жена — дело прошлое. Не знал я, что она твоя. Личного тут ничего нет. Давай с тобой договоримся так. Я в знак примирения Степку кончу. Совесть у тебя чиста, а ты мне нож отдашь по любви, по дружбе и на все четыре стороны. Мне совесть потом жить не даст. Какая совесть? Из-за Степана, не смеши. Из-за жены. Из-за того, что тебя, мерзавца, жить оставил. Не получается у нас с тобой по-людски. Что ж, придется по-плохому. Баба твоя у меня, условия те же. Ну так как, отдашь нож? Ну ради зазнобушки, а? Последний раз спрашиваю. Сейчас орлам своим свистну, и они ее, ух, сам понимаешь. Ну, считаю до трех. Раз. Отдам. Вот так-то лучше. Я вот подумал, если тебя ничем другим убить нельзя, то, может быть, вторым ножом можно. Граф я. Ох, умный ты, граф. Дальше некуда. Ты чего? Бегал благородный и доверился. Ну, теперь отдыхай. Слава Богу. Помоги. Помоги.
Сейчас помогу, сейчас. Сейчас я тебе помогу, сейчас. Сейчас. Сейчас я тебе совсем. Денег хочешь? Нынче денег и грязи. Каждый себе свои рисует. Золото. Купить меня хочешь? Сколько золота? У меня на шее. Посмотри. Возьми перстень. Камень дорогой. Все, что от жены осталось, возьми. Помоги. Видеограф, тебя того могу прибить. Кольцо себе возьму. Не можешь. Ты не такой, как они. Тебя за этот камушек совесть съест. Ты еще в жизни чем-то интересуешься. Кроме выпить, пожрать. Ты аппарат свой фотографически бережешь. Ты человек. Еще. Ну, на многое, граф, не рассчитывай. Чуть что не так, я тебя бросаю. Чем помочь-то? Не жилец ты, как я посмотрю. Атаман, а может мы это, ну, вытащим? Нельзя. Пусть будет. Где она? Как сказали, заперли. Хлопцы рядом. С ней не говорить, в глаза не смотреть, прикасаться не давать. Я все сказал, атаман, хлопцы все знают. А другие? Ну, граф дохлый, во дворе валяется. Прибрать не досуг было. А Степку в камере держим, без окон. Не сбежит, двери крепкие. Давай его сюда. Кого? Степку? Ну, не графа же! Я это перевязывать не умею. Не нужно. Не жилец я. Там подыхать не хотел. Ну, все, граф. Помог и пошел. Это еще не помощь. Что? Да ты, граф, никак умом тронулся. Я корячился, тащил тебя. Да если бы Степа ты меня увидел, не отбрехаться мне тогда. В раз бы в расход поставил. А ты говоришь, еще не помог. Помог, еще как помог. Я колечко твое отслужил. Хочешь больше, чем колечко? Намного больше. Детям твоим на всю жизнь хватит. И внукам останется. Мне твоего богатства, граф, на том свете не пригодится. А на этом свете колечко хватит. Извиняй, граф. Я Сипатова больше боюсь, чем богатства хочу. Зря боишься. Не жилец твой, Сипатый. Что? Он, как и я, не жилец. Скоро бояться будет некого. Правда? Правда, правда. Ну, давай про золото. Там она в подвале. Погоди, погоди, граф. Ты про золото говорил. То, что у Сипатова золото. Так. Это малая часть. В усадьбе больше спрятано. Я один знаю, где. Врешь. Не вру. Что Сипатый у жены забрал. Это то, что она с собой
из Петербурга привезла. Здесь больше спрятано. И про тайник только я знаю. Помрет Сибатый или помер уже, ту коробочку дружки твои растащат. Ты или не успел уже, или мало будет. Понял, понял. А так все. Понял, понял, понял. Ну, ты-то что хочешь взамен? Ведьму найти. Сюда приведи. И чтобы с ней ничего не случилось. Вот оно. Значит. Ладно. А не врешь, граф? Не вру. Перед смертью стою. Зачем врать? Помочь ей хочу. Погоди, погоди. Погоди, граф. А что, если пока я ее освобождать буду? Ты помрешь. Тогда что? Времени у тебя мало. До вечера дотяну. Так что, хочешь золото? Поторопись. Ну что, все там будем. Только ты раньше. Может и так. Только не намного. Ошибаешься. Ближе его. Ты слишком мало об этих ножах знаешь. Точнее, вообще ничего не знаешь. Еще ближе. Они не только жизнь связывают, но и смерть. Только не кричи. Спокойно. Я не собираюсь. Пошли. Куда? Отсюда пошли. Я понимаю, что отсюда. Я спрашиваю, куда? Графу, быстрее же. Пока они за тобой не пришли, граф там помрет еще, черт, не дай бог. Он что, умирает? Ранен твой граф, тяжело ранен. Пойдем, 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 не тяни. А Степан где? Откуда я знаю, где твой Степан? Я без Степана никуда не пойду. Как? Не пойдешь? Ты чего? Помоги Степану. Степане, разговора с графом не было. Ладно, не хочешь помогать. Без тебя обойдусь. Ты что задумала? Не твое дело. Я тебе помочь должен. Да помог уже, двери открыл. Я тебя графу отвезти должен. Отойди в сторону. Ты чего? Ты, граф, обещал... Подарок носи, пока ты живешь, и я жить буду. А то меня твой граф чуть было на тот свет не отправил. А раньше срока. Хорошо, что не смог. Жаль, что не смог. Да ничего твой граф не может. Правильно говорят товарищи большевики. Паразитирующий класс.
Хотя еще немного и у него могло бы получиться. Благо ножи помогли. Они ж ведь не только жизнь передают, они и смерть передать могут. Что? Что ты на меня так смотришь? А, понимаю. Снова одна. Им я свою смерть отдал. Ни Степана, ни графа. Да, слышь, да. Ты что, граф? Ты что, помер, граф? А, живой. А я думал, помрешь и не скажешь, где свои побрякушки припрятал. Где она? Выпустил я твою ведьму. Все как договаривались. Где она? Сбежала. Я ее выпустил, помог ей. Все по-честному, не вру, граф. Она сбежала. Где она? Я не знаю. Степана побежала спасать. Ты не помирай, граф. Ты проклад мне скажи. А то я за злобу твою освободил. Все как договаривались. Ну что сделаешь, если ей не ты, а Степан нужен? Если так, то жить мне смысла нет. Эй, ты того, не помирай. Это нечестно, перед смертью обманывать. Сыну помоги. Какому сыну? Моему сыну. И ее. Он здесь, в деревне. Или в Михайловке. В чужой семье. Она знает, где. Кто? Ведьма? Она не ведьма. Нет в ней зла. Во мне и то больше. Какой сын, граф? Ты мне о кладе рассказать должен. Обманул я тебя. Нет клада. Вот она как. Правду. А вас комиссары говорят, что вы кровь пьете трудового народа. Сыну, помоги. По-человечески прошу. Вот я тебе помогу. Видишь, граф? Видишь, граф? Вот как я твоему сыну помогу, видишь? Ты что, граф? Ты что, граф? Ты что, сиятельство? Представился? Ну, царство небесное. Тебе сиятельство. Там разберутся, кто ты да что ты. Там со всеми разберутся. Что я столько времени на тебя потратил? Пойду-ка я свой аппарат фотографический заберу. Почему так долго? Ну так, пока башку отчекрыжили. Не скотина все-таки, человек. Человек та же скотина. Принесли. Вот. Что Степкину голову принесли, вижу. Книга где? Вот это мы. Вы что, все что ли притащили? Ну, так как приказал атаман. Я сказал книгу принести, а не все. Ну, извини, для верности все прихватили. Давай сюда. Все или книгу? Мешок давай, сам разберусь.
куда пошел? Сюда иди. Жменю подставляй. Между всеми поделите. Атаман, ты что, уходишь? Не ухожу. Просто потом делить некогда будет. Это ваша доля. Благодарствую. Все благодарствуем. Доброго тебе здоровья, атаман. А то мы, понимаешь, тут все подумали, что ты уже... Идите ведьму стерегите. Хлопцы смотрят, атаман. Свободны. Винтовку возьми. Атаман. Степку оставьте. Да по башке и дай, пусть заткнется. Предупреждал же сипатый. Так и дам сейчас. Ну, как она? Да шепчет чего-то все время. Пусть шепчет. Если ничего вам не сделала, то и не сделает. Так боязно. Еще этот нож сипатый дал. Нож непростой. Раздал, значит, так надо. Да это понятно. Слушай, а где сипатый? Он еще докладывает. Иди у него сам спроси. А, я лучше с ней посижу, нежели у него расспрашивать буду. Тут и оно. Что она там делает? Да шут ее знает. Куклу какую-то. Может, ребенку? А у нее что, ребенок есть? Ну, я почем знаю. Девка молодая, здоровая, может, и есть. Слушай, Осипа, ты не говорил, долго его тут ждать. Так, короче, разговор есть. Пойдем, постереги ее. Вот что он передал. За службу. А что, нам? Нам, нам. А кому же еще? Поделить бы все теперь это по-братски. Так что ж, не поделим, аль мы не люди? Тихо, тихо. Ты посмотри. В руках это. Смотри. Так в своих-то оно приятнее. Ты смотри. Слушай. Да красота какая. Два одинаковых каких-то. А вот смотри, крест какой. Ух ты, да это похоже еще от староверов. Слушай, может, я себе его заберу, а? Да грех это. Смотри, какой, а! Красные великие камни, да. Как мы теперь это все поделим, тут только? Бабских половина вещей, да. Да тебе-то какая разница? Да тоже верно, не носить. Это ж надо. Тут, наверное, за одно такое кольцо дом сменять можно, да? Да ну? И где сипатый только берет это все? А блестит-то как ты, глянь, блестит-то как. Красота-то какая. Поди. Деньжище стоит все. А вот смотри, какая штука. Это что такое? Что такое? Женька, на, вот, вперед, наклонись. Да не дошли ты ее.
Это вода. Конечно, вода напила недавно. Полотенце принеси. Женя. Женька. Диана! Она что, утопилась? Так а что же еще-то? Черт, сипатый нам голову снимет. Чух, слушай, только воду вошла, ее еще спасти можно. А что вы стоите? Раздевайтесь быстрее! Срок вышел. Возьми. Что это? Все, что было у меня, золото, бриллианты, закопал. Сыну отдай. Какому сыну? Сын у меня в городе, на улице Спасителей, доходный дом Саврасова. Найди и отдай. Без этой бумаги и без книги клад не отыскать. Хитрость там одна есть. Какая? Он поймет. В нем моя кровь. А тебе зачем? Устал я по стране бегать, атаман. Устал. Семью хочу. Хозяйством обзавестись. Жену взять, сопли детям утирать. Может, тут и останусь. Место хорошее, тихое. Отдай, сыну, я тебя перед смертью прошу. Вижу, что перед смертью. Прощай, атаман. Закончился твой. Фарт. Будь ты проклят! Видишь ее? Да нет, его, наверное, течение понесло. Да как его может унести? Это же не река. Давай ныряй. Ага, сам ныряй. Затянет на дно, да ныряешься. А сипатому ты что скажешь? Сипатый, сипатый. Да ищем же, ведь ищем. Это чего, а? Ты что делаешь? Ты что творишь? Эй, браток, браток, не стреляй! Побойся Бога, браток! Христом Богом молю! Пожалуйста, не надо! Прошу тебя!